командировки ехал с Новороссийска. И только выехали с Новоросса, ну там немножко проехали всего. И получается... Езжай куда ты там хочешь. А что тебе не нравится? Она очень хорошо ездит. Тихо, тихо, цела, 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 Наташа, цела, все, все нормально, жива? Грудь отбила или что? Вот долбоёб! Он что, блядь, дурак, я прям увидел это. Он прям ему пошел на перерез, блядь. Что надо? Который мы видим в сложившейся ситуации. Сейчас самое главное — это найти ресурсы, чтобы использовать их, модернизировать производство, привлечь инвестиции, переориентировать бизнес в соответствии с новыми расширившимися рыночными возможностями. Блин, дурак, блядь. Новый региональный продукт за год увеличился почти на 2%.
вообще, я очень... Ох, сейчас он его вдрючит. Капец, вообще миллиметраж, блин. Они, наверное, у меня... И ржет мужик сидит. Пипец. Сейчас в интернет скидывает. Куда летим мы с пятачком? Большой-большой секрет. И как он, блядь, проедет? Я... Ёбаный ты в рот! Вот ты... Ну ты пиздец, блядь! Вот так! Ты нахуя так себя ведешь? Все, приехали? Антон! Антон, хейтер!